государственный инспектор дорожного надзора, старший лейтенант полиции Баранов Валентин Николаевич. Сегодня мы проводим оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Предъявите, пожалуйста, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и страховой полис ОСАГО. На дорогу вышел практически весь состав дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД. Они помогают коллегам из службы судебных приставов выявить должников. Мы работаем сегодня целенаправленно с исполнителями судебных приставов, которые проверяют по своим базам данных на предмет неоплаченных штрафов у граждан и участников дорожного движения, выписывают им извещения и требования о том, чтобы необходимо явиться на такой-то день, на дату рассмотрения по оплате штрафов. На сегодняшний день на исполнении в службе судебных приставов находится 1690 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Всего же за 2020 год было взыскано 2280 штрафов, почти на 2,5 миллиона рублей. Только за пару часов рейда было выдано 15 требований. Что делать должнику в таком случае? В требовании написано время и место, куда он должен подойти, чтобы разобраться. Потому что некоторые бывают, что они уже оплатили, просто не приносят нам квитанции. Вот. Если человек не приезжает, мы выписываем постановление о приводе. Сотрудники наши привозят, и мы составляем протокол по 17.8, который растворится в мировом суде. Штрафы можно оплатить через портал госуслуги. Причем, если внести плату за нарушение в течение первых 20 дней, то сумма будет вдвое меньше. Дарья Чупрова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».